Итоги единого дня голосования обсудили сегодня на заседании Президиума Генсовета «Единой России». Там отмечалось, что партия показала хороший результат, в первую очередь в регионах, где была высокая явка избирателей. При этом, по словам секретаря Генсовета Андрея Турчака, назначение вторых туров на выборах губернаторов говорит о том, что необходимо повышать эффективность партийной работы. «Единая Россия» в среднем по стране на всех уровнях выборов показала результат в 60% голосов. Особо остро чувствуется запрос на обновление. Большинство из 16 кандидатов в губернаторы, выдвинутых и поддержанных «Единой Россией» и уверенно победивших в первом туре, это как раз были новые политические лидеры для своих регионов. Поэтому абсолютно понятно, что главная задача – это подбор достойных кандидатур на выборах всех уровней. Напомню, в этом году единый день голосования состоялся 9 сентября. В 80 регионах прошло почти 5000 выборов различного уровня.